Моя любовь к южным городкам Красноярского края началась именно с работы на телеканале «Енисей». Я часто езжу на съемки в районы, и в Новоселово впервые побывала также по заданию редакции. Здесь удивительно красиво, особенно летом. Здесь я подружилась со своими коллегами. С Ольгой стали близкими подругами. Это наша с Олей традиция. Каждое лето мы переправляемся с ней на пароме на правый берег и устраиваем там небольшой пикник. Я знаю, в маленьком поселке Новоселово происходит много важных и интересных событий. Я всегда стараюсь донести это до наших зрителей. Ведь у многих из них, так же, как и у меня, здесь живут родные, близкие и друзья. За годы работы на одном канале мы очень подружились с Эльвирой. Она всегда неравнодушна к тому, что происходит в глубинке. Поэтому зрители в маленьких городах и поселках смотрят и любят ее. Новоселово – любимое село. Люблю приезжать сюда.